Дорогие друзья, поздравляем вас с наступлением нового учебного года, с 1 сентября, и обратите внимание на то, какие чувства и какие эмоции в этот момент пробуждаются в вас. Извините, я прерву. Чего это мы поздравляем с 1 сентября, если сейчас ролик появится? Сейчас не 1 сентября. Я вообще не понял, это все для ролика или для чего? А? Ну так это, ролик сейчас пойдет, ей как раз это самое. Поздравляю вас с 1 сентября. Да, и у людей, у части людей появляется удивление, у части людей появляется гнев. У меня появилось удивление. Я растеряна. Ну да, ну все нормально. Че, продолжаем? Поехали. Дорогие друзья, поздравляем вас с новым учебным годом и с 1 сентября. От всей души поздравляю. Ты должна была вмешаться. Что за фигня, а? Ты, наверное, на мое удивление реагируешь отвращением. Да. Давай, еще раз. Дорогие друзья, приглашаем вас на наш новый тренинг «Эмоциональный сценарий», который состоится 2-3 сентября этого года. Я удивлена, я обескуражена. Мы про 1 сентября говорить не будем. Неожиданно, да? Неожиданно. Хорошо. Ну, давай. Дорогие друзья, поздравляем вас с началом нового учебного года, с праздником осени, 1 сентября. Ура! Какая реакция у вас сейчас была? Вы удивились? Вы возмутились? У кого какая эмоция пошла? Может быть, у кого-то появилось непонимание и отвращение к двум людям, которые вместо того, чтобы действительно рассказать о своем тренинге, вместо этого хихикают. Отвратительно. Это прекрасно характеризует вас, потому что это и есть эмоциональный сценарий. Как вы реагируете на то, что не соответствует вашей модели мира, или как вы реагируете, когда кто-то агрессирует в отношении вас, прекрасно показывает прежде всего не мир, а ваши личностные качества. Если вы отвратительно относитесь к несовпадению картины мира, то, скорее всего, мы можем говорить о том, что для вас очень важно, чтобы все было проверено. Чтобы все было разложено по полочкам, чтобы все соблюдали определенные ритуалы и правила, которые приняты в вашей семье или у вас на работе, или вообще, в принципе, правила, которые приняты в обществе, и их необходимо соблюдать. И тогда мы можем сказать вам, что на нашем тренинге мы разложим по полочкам все типы эмоциональных сценариев, которые есть у людей, а также разложим по полочкам то, к чему это приводит, или причиной, каковы причины того, что так произошло. Более того, дальше мы, собственно, перейдем ко второй части нашего тренинга, это уже непосредственно к планированию того, что для вас важно в жизни. Как вам важно реагировать на те или иные события в вашей жизни. Как вам действительно планировать свои отношения со своими близкими, со своими далекими, со своими клиентами? Чтобы не быть в ловушке тех сценариев, которые были закреплены многие годы прежде, и, возможно, это вам мешало, потому что хотелось, возможно, реагировать на тот же гнев, то же отвращение, то же удивление, как-то по-другому, но вы не могли справиться с собой, потому что реакция сама по себе шла, и тут уже не важно, осознаете вы или не осознаете. А, чего непонятного? Да. Ужасно, не правда ли? На что вы отреагировали сейчас? Как это свидетельствует о вас и что для вас важно?